собственно говоря, здесь речь идет о деньгах, российских деньгах, которые никаким образом не поднимают экономику России, а зачем-то были вложены в маленькое островное государство. И с одной стороны, конечно, есть пример Великобритании, которая решила проблему со своими вкладчиками, и им будут компенсированы ущерб. С другой стороны, ну, наверное, государство еще раз показывает, что россиянам хранить деньги лучше в российских банках, хотя, вы видите, в России никто не убережен от этого, и мы помним, как в некоторых банках тоже возвращали не все вклады, и фактически у нас история потерянных вкладчиков, она насчитывает десятки лет.